Здравствуйте! Вас приветствует лучший дуэт страны. Георгий Черданцев, Константин Генич. Мы будем вместе с вами в течение этой футбольной феерии. И надеемся, что наш комментарий будет не менее фееричен. Сегодня казанский «Рубин» встречается с «Зенитом». Все готово к началу поединка. Вратари в воротах, футболисты на поле, болельщики на трибунах. Готовы и комментаторы. В общем, все на своих местах. Лучшего момента, чтобы начать этот матч, придумать тяжело. Новый нападающий выходит сегодня на поле в составе команды. Да, это свежее приобретение, которое практически все сейчас обсуждают. Команде действительно нужно было усиление в атакующую линию, и тренер получил в распоряжении игрока, которого очень хотел. Новый фланговый нападающий выходит сегодня на поле в составе команды. Да, это свежее приобретение, и команде действительно нужно было усилить атакующую линию, и тренер наконец-то получил в распоряжении игрока, которого очень хотел. Смотрим.